Каждый год в третье воскресенье марта свой профессиональный праздник. День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечают люди, чья работа связана с различной сферой обслуживания, в том числе и работники ЖКХ. В преддверии праздничной даты в районной администрации прошел торжественный прием представителей этих важных и нужных профессий. Невозможно переоценить значимость профессионализма и ответственности тех, кто трудится в сфере бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Работники этих отраслей неутомимо трудятся, чтобы в наших домах всегда была вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды. Ателье, парикмахерские, мастерские по ремонту, химчистки, прачечные. Нет ни одного человека, которому не приходилось бы посещать эти службы быта. Хорошо выполненная работа мастеров бытового обслуживания способна поднять настроение самому капризному клиенту. Поэтому так важно, чтобы в этой сфере трудились профессионалы своего дела. Высококвалифицированные специалисты бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства, умеющие найти индивидуальный подход к каждому посетителю, всегда ценились и будут цениться на вес золота. Без людей этих профессий сложно представить современную жизнь, и каждый из работников этих отраслей заслуживает слова благодарности за их нелегкий труд. Позвольте мне от имени главы района, от имени совета района, поздравить вас с этим замечательным профессиональным праздником. Вы добросовестно на своих местах ежедневно выполняете свою работу. За это вам большое спасибо. Пожелать вам семейного благополучия, мира, добра, уюта, любви ваших родных и близких. На прием были приглашены представители самых разных профессий: слесарь, руководитель управляющей компании, мастер водопроводных и канализационных сетей, электрогазосварщик, начальник службы водоотведения предприятия «Водоканал», швея, мастер по ремонту обуви и художник-визажист. Благодаря их ежедневному труду наша жизнь наполнена комфортом и красотой. Мне нравится работать с людьми. Я вижу сразу человека. Если человек ко мне приходит, я сразу могу определить, какой ему стиль подходит, как его подкрасить, как его направить, в зависимости от сферы деятельности. Я настолько люблю свою работу, у меня нету несчастливых минут. Поэтому, да, для меня счастливая минута, когда приходит человек, я могу ему что-то предложить, могу ему чем-то угодить. Для меня счастливая минута, когда этот человек носит эту одежду или то, что я ему сделала. Для меня счастливая минута в процессе этой работы, потому что очень люблю свою работу. Сегодня работники бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства вносят огромный вклад в развитие экономики нашей страны, расширяют спектр услуг и улучшают их качество. В честь профессионального праздника приглашенным на прием были вручены памятные подарки и благодарственные письма главы района. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».